Всем доброго времени суток. Выхожу по рабочим моментам, то есть по работе общественной организации «Талантливая Рума». Как я ранее уже говорил, что у нас подготавливается офис в городе Курган, где будет работать правозащитник общественной организации. Вот сегодня я хочу представить вам нового сотрудника общественной организации «Талантливая Рума», нового правозащитника. Это молодая девушка из русских румен. Зовут ее Эльзара. Живет она в городе Курган. Она закончила с красным дипломом Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в городе Москве. Она имеет свою юридическую контору в городе Курган. Соответственно, куда вы можете прийти и на личном приеме обратиться за юридической помощью. Номер телефона, соответственно, нового правозащитника Эльзары в городе Курган будет указан под видео. Также адрес офиса будет указан под этим видео. Еще раз повторюсь, наш правозащитник общественной организации «Талантливая Рума» будет принимать и консультировать по юридическим вопросам. Хочу еще раз повторить, что только по юридическим вопросам. По телефону и по адресу, который будет указан под этим видео. Эльзара, добро пожаловать в команду. Город Курган начал свою работу. Хотел бы отметить, что Эльзара замужем, у нее маленький ребенок, поэтому по личным вопросам просьба не беспокоить. Когда у вас возникли вопросы там, с законом, когда у вас как там, с администрацией, там, либо с сотрудниками правоохранительных органов, вы чего-то не можете добиться, вы всегда можете позвонить, соответственно, правозащитнику Эльзаре по этим вопросам. Еще раз повторюсь, только по вопросам, связанных там, с юриспруденцией, да, в рамках закона. По личным вопросам не звоните, у нее маленький ребенок. Нам не всегда сможет даже, может быть, ответить по телефону. По каким-то там личным вопросам, по вашим ситуациям. Уже, у нас уже много лет в общественной организации работает горячая линия. Горячую линию ведет мой заместитель, это Анна Череповская, город Челябинск. Кстати, в городе Челябинск также точно у нас работает офис, который ведет Анна Череповская, куда вы можете также прийти и обратиться по своим вопросам на личный прием, по каким-то своим ситуациям. В офисе точно так же работают у нас и юристы, и адвокаты. Очень приятно видеть, когда молодые специалисты, да, особенно юристы, приходят в организацию для того, чтобы оказывать через организацию помощь представителям цыганской нации. Очень приятно видеть, что представители цыганской нации, цыгане, да, получают образование и хотят помогать своей нации в рамках закона. И мы рады приветствовать таких людей и хотели бы еще больше пригласить в общественную организацию людей, имеющих юридическое образование, для того, чтобы вместе нам помогать цыганскому народу в рамках закона. Это хорошо, что в общественной организации «Талантливая Рума» много юристов, потому что общественная организация «Талантливая Рума» — это не региональная организация, да, вот как там по городу Москве, это межрегиональная общественная организация, которая работает на всей территории Российской Федерации. То есть в любом регионе наша организация имеет право работать и представлять интересы. Хотел бы также отметить, что еще у меня есть благотворительный фонд имени Виктора Михайловича Бузылева, и даже в фонде мой заместитель Лурдас Бузылева имеет юридическое образование. И в наше современное время очень важно иметь юридическое образование и знать законы Российской Федерации, для того, чтобы знать, как ответить по любой ситуации, особенно когда с вами разговаривает юрист какой-то организации. Еще раз повторюсь. Название общественной организации «Талантливая Рума». Но полностью название звучит «По содействию защите прав и законных интересов цыган». Хочу заметить, по защите прав цыган. Именно для этого наша организация создана. Именно такое направление работы мы и производим. Защищаем в рамках закона права цыган. Потому что цыгане чаще всего сталкиваются с проблемами в рамках закона, по своей неграмотности, часто бывают отказы по национальному признаку. Поэтому и существует наша организация, чтобы оказывать помощь в таких вопросах.
Наша организация, да, она открыта в городе Москва, но работает наша организация по всей территории Российской Федерации. То есть в любом регионе Российской Федерации наша организация имеет право оказывать помощь. И очень приятно видеть, когда в нашу организацию приходят специалисты, то есть юристы, которые хотят помогать своему народу. И, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем представителям цыганской нации, которые имеют юридическое образование. Приглашаем вас стать правозащитником общественной организации «Талантливый Рома», для того, чтобы вместе нам помогать представителям цыганской нации, оказывать им помощь. Итак, подводим итоги. По городу Псков и Псковской области у нас уже много лет работает правозащитник Светлана Цибульская, к которой вы можете также обратиться по юридическим вопросам. У нас открыт офис в городе Челябинск, где точно так же есть юристы, куда вы также можете обратиться и прийти на личный прием. Теперь у нас есть и в Кургане офис, есть правозащитник Эльзара, которая получила полный пакет документов от общественной организации «Талантливый Рома», а также доверенность для того, чтобы представлять интересы цыганского народа. Сейчас вы увидите на видео офис в городе Курган, куда вы можете прийти на личный прием. А также в конце видео вы увидите телефон горячей линии, на которой работает мой заместитель Анна Череповская, куда вы также можете всегда обратиться. А я со всеми прощаюсь. Всем добра. Таявын Бахталы. Мы находимся в городе Курган. Моя организация – Академия закона, и я, как ее руководитель, сегодняшнего дня являюсь общественным правозащитником всего цыганского народа. Буду оказывать онлайн-юридическую консультацию бесплатно для граждан любой национальности. За юридической консультацией вы можете обратиться также лично по предварительной записи по адресу город Курган, улица Тобольная, дом 54, офис 210. Все контакты оставлю и продублирую под видео. Моя букура море, моя букура ты, если даже не ковыш, не ренье.